Полина Миллер, простите, Полина Миллер. Полина Миллер, да. А вот это рядом ее тренер. Вчера мы ее видели. И, в общем, очень приглянулась нам девочка. По-моему, очень техничная, очень уверенная в себе. Вот когда я смотрю на тренера женщину, ей труднее, по-моему, скрывать свое волнение. Вот посмотрите, как Наталья Ковришных, это тренер ее, стоит и наблюдает за подготовкой Полины, нервничает. Прям трудно сказать, кто из них больше нервничает в данный момент. Ждем оценку Орловой, но она не будет высокой. Она не будет высокой, правильно. Мы теперь будем ждать Миллер, Зиганшину и Хоркину. Да, еще нам надо посмотреть Егора Гребенькова на кольцах, потому что он, естественно, в общем, может изменить положение. Пока Бондаренко 9.35 получил оценку, он второй. Касумов, значит, первый 9.5, Бондаренко второй 9.35, Подгорный третий 9.2. Еще Егор Гребеньков. Ну, а мы посмотрим с вами Полину Миллер. Выбила в стойку и сразу в обратном хвате оборот вперед от с поворотом вокруг одной руки, еще раз вокруг одной руки. Да, эта девочка уже не шутит, она серьезно хочет быть. Такое впечатление, что борьба за место в команду поведется вообще тоже очень отчаянная. Потому что всего 5 человек на Европе представлено. Да, а желающих вроде больше, да? Посмотрите, и возможности у нас выше. Это приятный симптом. Чуть-чуть коленки у нее тоже, кстати, торчащие, но надо так предельно тянуть их. Пожалуй, забытый симптом. Да-да-да. Ну, Юля, я просто рада. Я просто рада, что вот такой цыпленок-котенок, как Миллер, 88-го года. Дорогие друзья, вот она 88-го года. Давайте Гребенькова все-таки посмотрим. Мы будем пока уважать. Хоркина будет готова.